Очень часто уголовники накалывают на телах морды зверей. Причем чем устрашающе выглядит голова хищного животного, тем авторитетнее считается ее владелец. Наиболее опасной является тату с изображением звериного оскала. Человек, который носит такую татуировку, характеризуется как кровожадная, хладнокровная личность. В тюремной культуре изображение любого хищного животного является своего рода вызовом. Хозяин подобной татуировки таким образом показывает свое презрение к системе правопорядка. Это символ отрицала, готового на все, чтобы сделать хотя бы одному менту плохо. Волчья, тигриная, медвежья, драконья, свирепая морда, грозно смотрящая на прохожего, символизирует неустрашимость, несокрушимую волю, честолюбие и беспринципность. А если зверь скалится, то это означает жестокость, темную силу и смерть. Человек может укусить любого, кто близко подойдет. Он не любит чужих, считает каждого своим лютым врагом. Друзей заводит крайне редко, держится отстраненно даже в камере. Оскал тигра – символ гнева и злости. Владелец такой тату ненавидит власть. Он озлоблен на существующую правительственную систему, скорее всего из-за личных обстоятельств. Такой человек находится всегда на чеку, на высоком старте по отношению к тюремным судебным властям. При любом удобном случае преступник ринется в бой, в драку. Кстати, существует еще одно значение тигриного оскала – защита от злых духов и врагов. Подобные тату размещаются на плече или в левой части груди. Оскал медведя – символ неукротимой силы, воли. Тату с изображением медведя наносят так называемые медвежатники – профессиональные взломщики замков, сейфов. Оскал волка – символ ненависти. Тату с подобным изображением накалывают люди, которые также относятся с презрением к органам правопорядка. Владелец наколки имеет сервозный, агрессивный и неуравновешенный характер. Очень агрессивен и непредсказуем. За разные неадекватные выходки таких людей часто сажают в одиночные камеры. Дракон с раскрытой пастью – огромное крылатое существо, извергающее огонь. Символ разрушения. Такой человек также выступает против госвласти, ворует то, что принадлежит только государству. Если дракон расположен на плече человека и образует форму 8, то это значит, что заключенный уже неоднократно сидел. Оскал льва – символ власти и силы тюремных законов. Обычно подобные тату накалывают урки, имеющие не одну и не две ходки. Располагают татуировку на груди слева. Чаще всего льва набивают авторитетов, поскольку он – царь зверей.